Привет, я Майкл Сихол, и здесь мой состав Декстера. C.S. Ли, Дезмонд Харрингтон и Джеймс Ремар. Мы будем задавать друг другу вопросы, которые вы прислали нам, и некоторые из них будут от Outside the Box. Вопрос первый. Джеймс, истории убийства в Декстере, кажется, все более и более интенсивны. Шоу когда-либо ужасало вас? Нет, шоу не ужасает, оно не такое. Декстер классный, Декстер делает многое. У Декстера есть свой кодекс. Он хороший парень. Да, это Гарри говорит о нем. Остальным ты тоже нравишься. Квин относился к Декстеру некоторое время подозрительно. Будет ли он Докс 2.0? Тупой вопрос. И ты знаешь, что это тупой вопрос, Келли. Нет, я так не думаю. Я не такой большой, как Докс. Не такой агрессивный. Думаю, подозрения пойдут в каком-то другом направлении, отличным от того, что было у Докса. Хорош он был. Ну, спасибо, Келли, спасибо, что смотришь. Я люблю тебя. Майкл, ты был на двух чрезвычайно популярных сериалах «Шесть футов под землей» и «В настоящее время Декстере». Что ты делаешь, чтобы поднять настроение после нескольких дней игры таких серьезных персонажей? Я прихожу домой, сбрасываю всю одежду, полностью размазываю топленый воск по всему телу, и когда все это высохнет на мне, я прям как свечка. Это и есть мой способ перерождения. Ну и постоянные упражнения ко всему. Однажды на Комик-Коне следующая по очереди женщина задавала вопрос и спросила Джеймса, Дженнифер и меня. Как актера, какая ваша самая большая слабость? И я не смог подобрать слов, я не ответил. И ты что-то начал рассказывать. Это был самый странный вопрос. У меня было шоу на Бродвее, называлось «Бенд». У нас не было гримерки, и я шел перекусить между дневным и вечерним шоу. И эта толпа девушек, они увидели меня с другом, идущим по улице. И одна из них стала кричать: «Эй, подойди, подойди, у меня есть вопрос, иди сюда». Я подумал: «О боже, какая милая девушка, хочет спросить что-то у меня». Я подошел, она взяла меня за руку и сказала: «Это настоящее?» Она говорила про меня? Можно потрогать? Серьезно? Про мой сценический костюм. Звучит как комплимент. Твой день. Да. 65% поклонников AOL считают, что троица для Декстера был важнейшим врагом. Согласны? Или не согласны? Я думаю, возможно, он бы так и... Я захлебнулся своим кофе, простите. Оно почти вышло через мой нос. Господи, Мэри Джозеф. Окей, я католик, и я не говорил этой херни. Я думаю, против нас с остальными. И это был отличный сезон. Как ты думаешь? Да. Да. Думаю, только он единственный, кто действительно вынудил Декстера убить его. И тут Декстер лучший. Декстер убивает его из чувства милосердия и сопереживания. Я имею в виду, как этот маленький поезд.